надо бы выложиться сегодня на все 100. Лишь одна победа отделяет команду от чемпионского титула. Надеюсь, сегодня они постараются достичь поставленной цели. Душ Сантуш Авейру. И буквально подарил мяч сопернику. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Отлично сыграно. Надо решать. Кардозу Мендиш. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Бэй. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Он бьет. Хороший момент, но защитник на высоте. Фарфан. Пирло. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Душ Сантуш Авейру. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Какой удар! С такими защитниками забить будет нелегко. Еще чуть-чуть, гол мог быть. Аут. Можно было получше мячом распорядиться. Сизенандо. Здесь защита справляется, мяч отобран. Это может быть опасная атака. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Забивать нужно! На трибуну отправил мяч защитник. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Подача! Чей мяч будет? Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Сизенандо. Это может быть опасно. Нет, не дошел этот пас до адреса. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Сизенандо. Кардозу Мендиш. Фарфан. Удар! Опасно! Буфонище! Был гол, если бы у него была такая фамилия. Ставит корпус, укрывает мяч. Нужно забивать и выходить вперед! Великолепный гол! Трофей становится все более осязаем. Он уже виден. Еще немного, и можно будет его поднять над головой. Дело остается за малым. Не растерять свое преимущество. Ну, как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то на месте. Да, это потеря концентрации. А чем еще можно объяснить вот такую вальяжность в действиях защиты? Тут может что-то получиться. Штрафной ставит судью. Мяч быстро введен в игру после штрафного. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Фарфан. Посмотрим за этой атакой. Джерард. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда.
Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Нарушение очевидное. И судья может показать карточку. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Это может быть опасно. Бейл. Мяч летит в сторону ворот. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял в регби штрафные. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Арбитр назначает штрафную. Душ Сантуш Авейру. Отлично сыграно, надо решать. Навешивает. Хватает первый на мяче. Хорошо, атака развивается. Удар нужен. Хороший пас во фланг. А мяч уже у соперника. И это удар! Блестяще! Судья показывает на угол поля. И прямо в центр штрафной мяч летит. Навес в центр штрафной. Защита первая на мяче. Вынос. Мяч уходит от головы за линию ворот. Бейл. Навес в штрафную. Выбит мяч из штрафной. Душ Сантуш Авейн. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Джерард. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Гуркюф. Душ Сантуш Авейру. Вынос. Главное, чтобы повысить. 1-0. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Пирло. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Выигрывает борьбу у защитника. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Опасный удар какой. Рядом со штангой мяч проходит. Он нанес прицельный удар головой, но точности ему немного не хватило. Кардозо Мендиш. Уверенно сыграл на перехват. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Без проблем играет на выходе вратарь. Мяч в его руках. Мяч за боковой линией. В этой атаке оборону пройти не удалось. Тут его накрывают. Тут может что-то получиться.
Бейл. Такие передачи придают атакам остроты. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Да, мало кто ожидал такого. Но за несколько минут до конца матча лидирует тот, от кого этого не ждали. Знаешь, меня всегда смущал этот странный термин «заведомо аутсайдер». Кто он вообще такой? Кто решил, что он заведомо аутсайдер? Вот вышел, победил, и кто он теперь? Это может быть опасная атака. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу? Пас голкиперу, тянут они время. Защита справляется. Сизенандо. Может получиться интересная атака. Кардозу Мендиш. Удар поворотом. Какая реакция, какой прыжок. На! Мяч ушел в угол. В центр штрафной подан мяч с углового. Фарфан. И подняли, по-моему, руки некоторые игроки атакующие. Где же удар? И он забивает. Переломный гол сейчас был забит. Ну что, титул все ближе и ближе, и скоро он обретет своих хозяев. Смотрю повтор, Константин, и все не могу понять, куда же девался вратарь? Видимо, вышел погулять. Это та самая ситуация, когда нападающему не забить сложнее было, чем забить. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Джером. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Пирло. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Бить можно и забивать! Относительно легкий мяч для атаки. Так, теперь надо отбиться на угловую. Защита первая на мяче. Вынос. На этом атака окончена. Офсайд. Отлично сыграно. Надо решать. Джером. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасно. Удалось нейтрализовать атаку. Удар! И есть! Гол! Такой мощный, резкий удар с близкого расстояния. Вратарь еле увернулся. Счет 2-1. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за бокового. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Хороший пас. Что дальше? Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Для вратаря такие удары размин. В этой атаке оборону пройти не удалось. Джером. Сизенандо. Аут. Фарфан. Хороший вынос мяча из штрафной. Около 8 минут до конца основного времени.
Пусть не так крупно, но они все же выигрывают. Да, и я напомню, что такой исход им нужен, чтобы гарантировать себе трофей уже сегодня. Надежно играет защитник, атака прервана. Гуркюф. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Душсантуш Авеев. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Не дает добраться до мяча соперник. Как же вовремя защитник перехватил передачу, спас просто. Две минуты еще играть, именно столько добавляется. Так, теперь все вперед, вратарь вперед, все вперед, атакуют. Надо забивать и сравнивать счет. А тут что? Гол, гол и еще раз гол. Счет равный, это означает, что от титула команду опять отделяет один мяч. Разумеется, задача не из простых, но я практически не сомневаюсь, что ребята сделают сегодня все для того, чтобы решить задачу именно в этом.